Нам нельзя отставать, особенно в нынешней ситуации, санкционной ситуации, когда многие вещи для нас стали недоступными, и нам приходится решать вопросы импортозамещения. И здесь понятно, что в том числе и без китайских технологий, без оборудования, либо наоборот, значит, мы на сегодняшний день просто сможем где-то потерять. А потерять сегодня нам нельзя, потому что страна должна развиваться. И у нас это получается. Мы видим сегодня и по товарообороту, мы видим сегодня и по производству, да, то есть, что, да и по рынку сегодня, и трудовому потребности, да, в трудовых ресурсах. Мы тоже видим, что сегодня санкции, к счастью, совсем по-другому для нас оборачиваются. И вот этим витком надо грамотно воспользоваться. И здесь выбран очень правильно стратегический партнер.